по интернету сказали, что за нас волнуются, потому что на Кубе какой-то смерч прошел. Ну, ночью было какой-то, да, сильный дождь, ветер, там что-то бесчинствовала погода. Но у нас не задело, надо посмотреть в интернете, что там за смерч. Но мы вот приехали на пляж, и тут вот такое. Буйная погода, буйная, да. И нас обманули. Вот я сходила в супермаркет, который находится в центре Америки. В прошлый раз мы здесь покупали ром, много кофе. И мы как-то заплатили сразу много, 63 евро. Дома я как не считала, у меня ничего не получалось. И не сходилось, причем на прилично, где-то на 20. Вот, сейчас даже у меня все записано. Сейчас я думаю проверю. И что примечательно, чек они не дают сразу. Сейчас то же самое. Мы с Ярикой пошли за покупками. Я уже примерно в голове считаю, сколько мы должны заплатить. Чек не дают сразу, так что будьте внимательны. Выбивает она 19,95 и улыбается. Я говорю, чек, плиз. Дала мне чек. Я давай пересчитывать. Мне не додали 6,30 песо. Представляете? Ну, это с маленькой какой покупки. 19,95? Да, ну. То есть у меня покупка 13 где-то 13. Стоила, а мне почти 20 взяли с меня. И все нормально. Ой, I'm sorry. И все, и вот мне их вернули. Просто это возмущает, такой наглый. С маленькой покупки пользуются тем, что туристы веселые, все берут тут. А тут проходимость большая. Я прикидываю, сколько они зарабатывают. Ну, так. Ксюша в этот раз проявила бдительность. Это торговый центр American Plaza. А меня нагрели утром. Как... Ладно, сейчас расскажу, что если пошла такая. Меня, короче, нагрели утром на курсе. Не то, что нагрели. Тут есть банк. Банк был закрыт. Сначала там была очередь, потом он закрылся. А я раньше менял еще два раза в магазине, где сигары продают, сувениры. Вот я хотел купить две сигары, а остались евро одни. Я попросил поменять 100 евро. Она, да, раньше мне меняли все, даже по курсу, ну, чуть-чуть лучше, чем в банке, ну или такому же, ладно. Вот, ну и третий раз у той же тетки. Продала мне две сигары, дала сдачу, я начал считать, она поменяла вторую 50-ку. Я смотрю, 50 поменяла и дает 50 куков. Я говорю, а что, один к одному? Ну, да, у нас в магазине один к одному. Ну, я уже не стал там это. В итоге получается, а в банке 1 на 1. Это получается со 100 евро 10 куб. Я в попандосе. Я уже не стал там обратно возвращать сигары, чтобы мне обратно все отдавали. Ну, конечно, было неприятно. Вот. А Ксюша через пару часов вот в магазине пытались так, а вот это все на одном и том же пространстве происходит, поэтому внимательно будьте, все время все пересчитывайте и меняйте деньги лучше в банке, нежели у таких. Они вот три раза у тебя поменяли нормально, на четвертый поменяли плохо. Ну, как-то непонятно, от чего это зависит. Инопланетянин? Да. Сегодня, как ни странно, очень океан такой спокойный. Хотя утром мы думали, что мы не пойдем уже, потому что дождь начался, пасмурно, ветер какой-то, холодно. Как-то распогодилось к обеду, мы вышли и вот... Океан спокойный, ветра нет, вода теплая.